В Славянском районе продолжается реализация краевой программы «Дети Кубани», благодаря которой в этом году 26 детей-сирот стали обладателями собственного жилья. В ноябре ключи получили первые 5 человек, затем остальные ребята. Накануне Нового года глава Славянского района Роман Синеговский вручил ключи еще 4-м счастливым новоселам. В крае работает программа «Дети Кубани». Благодаря поддержке губернатора Кубани Ивановича Кондратьева сегодня мы еще вручаем комплекты ключей нашим детям, которые остались без попечения родителей. Мне приятно, что это своего рода новогодний подарок для вас, потому что жилье – это, скажем так, основа основ, крыша над головой, и вы сможете вот создавать, наверное, свою семью, кто еще не замужем или не женат, где вы сможете жить, где вы сможете трудиться, созидать и в целом строить свою жизнь. Поэтому я вас поздравляю с этим ярким событием. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Программа «Дети Кубани» действует с 2009 года. Благодаря ей жильем обеспечены более 200 славянцев из числа детей-сирот. На приобретение для них квартир из краевого бюджета направлено свыше 225 миллионов рублей. Ключи вручаются Куриной Ульяне Николаевне. Ульяне 21 год. Она работает в ЗАО «Приазовье». Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».